Неделя высокой моды снова проходит в Нью-Дели. Во второй день мероприятия новую коллекцию демонстрирует индийский дизайнер Риту Кумар. Наряды богато украшены вышивкой, стразами и блестками. В основу модной коллекции легли традиционные мотивы и новые идеи. Ее жемчужиной стала лехенга чоли ручной работы. На подиум в этом наряде вышла знаменитая актриса Болливуда Адити Рао Хидари. Мы должны получать удовольствие от нашей одежды. Думаю, очень важно любить себя и свои наряды. Это позволяет человеку сиять. В индийском текстиле есть что-то удивительное. Из этих тканей можно сделать почти любой наряд, поэтому нам нравится участвовать в показе. И мы рады, что представили всем эту коллекцию. Зрителей покорила и коллекция модельера Суниты Вармы. Она называется «Могра». Также звучит название эфирного масла с тонким ароматом, напоминающим жасмин. Наряды вдохновлены традиционным декоративным искусством Индии. Неделя высокой моды проходит в Нью-Дели в 16-й раз.